Прыжок-бросок. Соперники не дают ни секунды на отдых. Напряженная борьба команд Химки Подмосковья и Университет Югра. Первый домашний матч Суперлиги 1 завершен. Югра всегда считалась опытным игроками. Там играют два иностранных легионера. Как бы команда хорошая, всегда она там входит там, в пятерку сильнейших команд Суперлиги. С амбициями, с хорошими игроками. Поэтому сразу настраивались на то, что будет бой серьезный давать. Схватка серьезная не на шутку. Первую половину игры Химкам удавалось сдерживать команду из Сургута. Многие игроки из Химки Подмосковья травмированы. На помощь пришла первая команда. Под кольцом усилились форвардом Андреем Зубковым. Оборону со стороны гостей держал самый высокий центровой российского чемпионата Павел Подкользин, рост которого 226 сантиметров. На последнюю четверть у химчан не хватило сил. И в результате серьезного соперника так и не удалось обойти. Счет 72-81 в пользу Югры. Впереди у химчан новый матч и борьба за победу. Следующая домашняя игра состоится уже в эту пятницу с БК «Урал» Екатеринбург. Начало в 13:00, вход свободный.